Эми, смотри, что у меня есть! Так, посмотрим. О, обожаю обновки! Тогда тебе точно понравится эта красивая толстовка. Сью, ты серьезно? У тебя и так полно толстовок! Смотри! Но зато это идеально подходит к моим джинсам. Ага, ну да. А это? Олете напоминает? Святые громки! А почему бы и нет? Вообще-то эта толстовка нужна мне для того, чтобы выразить все, что ты и я любим. Нужно ее только немного улучшить. Как скажешь! Так ты меня успокоил! Привет, ребята! Смотрите, что у меня есть! Кажется, этой тканью пообедала Молли. Ах, Сэмми, это специальная канва для вышивки. На ней всегда есть отверстие. Мы преобразим мою толстовку с помощью ковровой вышивки. Разве она не только для ковров подходит? Ты что, хочешь на себе коврик носить? Нет, конечно. И как тебе такое в голову пришло? Мы просто пришьем к толстовке мягкую пряжу. О, потрясающе! Быстренько ставьте нам лайки, если вы тоже любите приятные на ощупь штучки. Подвинься, Сью, я помогу тебе с эскизом. Нам обоим нравится рисовать, и нужно об этом сказать. Нам нравится еще кое-что, точнее, кое-кто. А? Эй, ты пишешь мое имя? И это едва ли не самая важная часть нашего эскиза. Ой, как приятно! Ребята, помните, что нарисовать можно что угодно. Любимые сладости персонажей мультфильмов или просто смешные картинки. Так, вот что у нас получилось. Думаю, для толстовки достаточно. Ой, Сэмми, что ты делаешь? Лично мне пока ничего не понятно. Знакомые чувства. Но для начала нужно закрепить канву на пяльцах. Начнем с этого места. Не забудьте натянуть ткань посильнее. Ребята, тут вы можете попросить помощи у взрослых. Они также могут помочь вам надежно закрепить канву. Вот так. Сью, это понятно. А что дальше? Дальше самое интересное. Для этого нам понадобятся инструменты. Это игла. С помощью специального проводника можно вдеть в нее пряжу, а затем целиком собрать инструмент. Так можно установить высоту иглы. От этого будет зависеть размер петелек. Вот здорово! Как батут! Минутку! Держи пряжу! Вот спасибо! Пожалуйста! Мы просунем пряжу в наш хитрый инструмент. Вот так. Не стесняйтесь попросить помощи с этим. А теперь я покажу, как будет проходить сам процесс. Мы будем работать с изнаночной стороны канвы. Протыкаем и оп! Аккуратно вытаскиваем иглу. И еще раз. Оп! Очень важно оставлять немного пространства, а иначе произойдет вот что. Чендер, меня раздери! Сью, что ты наделала? Это просто для наглядности. Слава тебе, Дабо! Интересно, и что это она там ищет? Ах, вот ты где! Сью, ты разве забыла, что мы сегодня работаем с другой иглой? Не волнуйся, Сэмми, этой иглой я сделаю набросок. Думаю, так будет проще и быстрее. Только осторожнее, ребята. Мы отлично знаем, как делать простые стежки. Дай-ка сюда. Нам нужен результат. Вуаля! О, Сэмми, ты молодец! Спасибо! Теперь мы сможем заполнить наш набросок розовой пряжей. Сейчас я сделаю иглу короче. Нам не нужны слишком длинные петельки. Ребята, только взгляните, как легко работать с иглой. Оп! Оп! Посмотрим, что у нас тут. Все петельки ровно по 0,5 сантиметра. Отверстия на канве отлично помогают регулировать размер. И раз, и два. 1008! 1009! Это последнее. Можешь расслабиться. Посмотрим. Первая часть нашего эскиза готова. Эй, не готова еще! Хочешь сказать, я такой тощий? В сторону! Вот так! Что скажешь?
Ух ты, белый цвет творит чудеса! Я знал! Ого, пусть это сердечко вдохновит вас подписаться на наш канал! Ага, или убежать от этого парня с криками «Спасите, помогите, он меня съест!» Ну и шутница же ты, Сьюзан. Этот оранжевый тип вовсе не страшный. Он даже... милый. Он похож на того, кто мог бы жить на радуге. На вот такой? Ну нет, на этой радуге буду жить я. Так, что дальше? Ребята, поможете мне выбрать? Как насчет... баночки Нутеллы? Ах, Нутелла, мое сокровище. Кажется, я проголодался. Эй, оставь и мне немного. Работай быстрее, может, и оставлю. Сью, прости, но я не мог больше ждать и все съел. Ох, Сэмми, Сэмми, хорошо, что еще одну баночку я припрятала. Что? Еще одну банку? Ты нестерпим. Кстати, ребята, а вам этот персонаж никого не напоминает? Может, теперь? Это же Гэри из Губки Боба! Мы недавно его пересматривали! А ты тоже носишь квадратные штаны, как и Губка Боб, правда? Ха, что? О чем это ты? А, иногда я совсем тебя не понимаю, Сьюзан. Это точно! Ты больше похож на Патрика, такой же неуклюжий! Все готово! Ребята, давайте посмотрим, как выглядит наша вышивка с другой стороны. Вау, как ярко и мягко! Давай позже будем восхищаться, Сьюзан. У нас еще так много работы. Я снова упал. Как тут скользко. У нас много работы. Что-то я не видела, чтобы ты хоть что-то вышил. Все потому, что я за главного. Это очень ответственная и утомительная работа. Я тут вздремну на мягком. А ты продолжай работать. Ох уж эти слаймы. Всегда не всюду главные. Хорошо поспал. Что? А где? Как? Сью, нашу пряжу украли! Чендер, меня раздери! Я использовала ее для нашей чудесной вышивки. Круто, правда? Осталось совсем немного. Мы вернемся с новой пряжей через секунду. Это просто потрясающе! А может нам... Нет, акула должна быть синей с красной пастью. Ты уверен в цветовой гамме? Я бы не хотела все переделывать. Но ты же сама сказала, что петельки переделать легко. Сэмми, нет, прекрати! Сэмми, я тебя предупредила! Ну ладно тебе, Сью, ты такая зануда! И какой джентльмен заставит леди работать, пока сам отдыхает? Это ты, Сьюзан. Я всегда готов прийти на помощь, если дама в беде. Сдавайся, коварная акула. О, брокколи, это было неожиданно. Но акула получилась крутая. Я прав, ребята, ставьте лайк, если да. И зубы у нее острые. Видишь, Сэмми, я совсем не зануда. Сьюзи, я привел тебе помощника. Кажется, ты очень устала. И ты подумал, что Человек-паук это лучший выбор? Ну, конечно.
Если он плетет паутину, то и с вышивкой справится. Давай попробуем. Помощь мне не помешает. Давай, паучок. Что, так быстро? Вот это да, Сэмми! Он отлично справился! Может, он сможет помочь мне и с этим цветком? Прости, Сью, но у настоящих героев полно важных дел! Ох, о моем Сэмми мне будет напоминать лишь розовый лепесток! И последняя деталь! Мы закончили! Теперь нужно осторожно вырезать наш узор по контуру. Круто! Только не режьте близко к стежкам, иначе все испортите. Верно! И еще нам нужно оставить небольшой припуск, чтобы пришить канву к толстовке. Кстати, так можно украсить любую одежду. Итак, думаю, вышло отлично! Я уже и забыл, что мы хотели это украсить. Ребята, теперь мы будем работать с обычной ниткой. Это очень просто. Эй, взрослые, присоединяйтесь к детям. Дадим Сью несколько секунд, чтобы все закончить. А потом вернемся и посмотрим, что у нас получилось. Эй, я иду! Сью, не толкайся! Все обратите внимание! Леди и джентльмены! И супергерои! Сью спешит продемонстрировать вам уникальную, особенную и умопомрачительную толстовку! На эту поделку у меня ушло много сил. Вам понравилось, ребята? Тогда ставьте нам лайк и не забудьте... О, что? В чем дело, Сэмми? Я тут подумал, Сью, давай так украсим все толстовки. Отличная идея! Ты уже знаком с техникой, так что начинай, а я отдохну. Что? Но...